Безопасный путь в школу. В Серпухове обновляют пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Как проводятся работы по нанесению дорожной разметки, смотрите далее. Рабочие наносят разметку на дорожное полотно. Начало учебного года приближается, и школьникам придется ежедневно пересекать проезжую часть. Поэтому безопасные зоны для юных пешеходов должны быть яркими и видны издалека. Делаем разметку, устанавливаем знаки, поправляем все, чтобы учащимся было комфортно переходить дорогу в данном случае. Вот, чтобы было все видно, знаки, чтобы все было подсвечено, все установлено. Обновлять разметки начали в середине прошлого месяца. За это время более яркий вид приобрели пешеходные переходы у 10 школ. Не остались без внимания и дошкольные учреждения. Подготавливаемся еще и возле детских садов, детских учреждений. Делаем также разметку, знаки, перильное ограждение, чтобы было безопасно за детей, которые пойдут в новый учебный год. На сегодняшний день 50% запланированных работ уже выполнены. До начала учебного года пешеходные переходы обновят вблизи 45 учебных заведений Серпухова.